картинной галерее «Черкеска» состоялась торжественная открытая защита дипломных работ. 10 выпускников Колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова представили свои уникальные произведения декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Подробнее Дарья Тендит. На протяжении полугода Мария Мажарина, выпускница Колледжа культуры и искусства имени Аслана Даурова, трудилась над созданием своей работы. Ее композиция «Жизнь Кавказа» выполнена в стиле батик холодной техники. Мария рассказала, что труднее всего было определиться, а сам процесс ей понравился. Ничего бы не получилось без наших замечательных преподавателей. Именно они подталкивали и поддерживали меня, поделилась выпускница. Моя работа, она получилась двузначная, то есть она может быть как украшение на стене в виде панно, либо как платок, украшающий голову. «Золотые руки» – так называет своих выпускников заведующая отделением декоративно-прикладного искусства и народных промыслов Эмма Лапугова. На протяжении 30 лет в картинной галерее «Черкеска» проходит открытая защита дипломных работ. Каждый желающий может посетить выставку. Работы уникальны, второго экземпляра вы не найдете, отметила Эмма Владимировна. Композиции были выполнены в 12 направлениях декоративно-прикладного искусства. Такой работы вы нигде не встретите. Выпуск очень сильный, несмотря на то, что мы пережили пандемию и ремонт. Нету пожелания, чтобы они себя нашли в этой жизни, нашли применение своим рукам. Рауль Барсон в 13 лет увлекался резьбой, но не умел пользоваться стамесками, вырезать, поэтому решил улучшить свои навыки в колледже имени Аслана Даурова. На протяжении 9 месяцев он старательно трудился, уделял все свободное время изучению дополнительных материалов, чтобы работа была готова точно в срок. Тема моей дипломной работы была выполнить нарды. Они были в кавказском стиле. Там присутствуют элементы адыгского орнамента. Также я выполнил сюжет «Два всадника». Я думаю, что своей цели добился. Представленные работы были выполнены на высоком профессиональном уровне. Об этом говорили гости мероприятия. Со словами поздравления к выпускникам обратился министр культуры Карачаева-Черкесии Зураб Агирбов. Он также поблагодарил преподавателей за труд в подготовке специалистов. Зураб Агирбов отметил, что открытая защита выпускников – яркое и красочное событие, на котором побывать – одно удовольствие. Спасибо большое, всем успеха. Надеюсь, что вы и дальше будете продолжать это все делать на благо республики, но и на свой заработок. На защите дипломных работ также были представлены и другие разные интересные картины и подделки. Во всех авторских работах были использованы традиционные национальные мотивы и орнаменты. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.